Привет-привет, мои хорошие. Сегодня у нас суббота. Суперская погода, и мы с семьей вышли погулять к морю, подышать воздухом, чтобы дети, точнее, подышали. Больше за детей переживаю, чем за себя. Потому что всю неделю нам делали массаж, и не получалось выходить после массажа. Дети то спали, то капризничали, то было уже поздно. И сейчас мы у моря. Погода просто сказка. Сейчас я переверну камеру. Эту сторону я вам давно не снимала, но в этот раз, как приехала, еще не снимала. Этот район называется у нас Инжиралты. Вот этот корабль-музей. Так, кто-то ел здесь мидии. Смотрите, водичка. Вот отсюда проход на корабль-музей. Ну, я туда, наверное, в ближайшие годы не попаду. Когда детки только подрастут, им покажу. Пока нет. Здесь на углу продают мидии, бывает. Очередь здесь бывает постоянно, честно сказать, я не понимаю. Очень вкусные мидии. Не понимаю. Очень-очень. Да такие же, как и везде. Не знаю, мне понравились. Как везде. А вот наш папа с детками. На улице он, чаще всего на улице он с ними возится, катает. Ой. Я же говорю, все, у нас уже, можно сказать, весна наступила. Хотя сегодня только 1 февраля, да? 2 уже. 2 февраля. Что там жарят? Каштаны. Я хочу каштаны. Я хочу. Так, люди идут в музей. Я бы тоже пошла бы. Вареная кукуруза в вот таком виде с кетчупом, с майонезом, со специями везде продается. Папа крутится. У Елормы? Аслан да у ее, да? Бурдан бака билерсин. У ее. Вата, я так люблю вату. Зуля, наверное, джеба? Зулечка пропала. Она, наверное, где-нибудь что-нибудь снимает в море. Здесь набережная, мне, честно сказать, нравится больше, чем на Конаке. Знаете почему? Потому что здесь море ближе, что ли. Как-то я не знаю. Народу очень много. Суббота. А в воскресенье завтра будет еще больше. Летом вообще здесь, знаете, вдоль вот этой ведь всей набережной бывает сидят вот так вот люди на стульчиках, пьют чай. Хотя, нет, не летом, вот здесь уже началось. Уже началась продажа чая, наверное, да, вот. На-на-на-на. Мы должны были встретиться. С той стороны там кафешки, рестораны. Несколько раз я снимала их вам. Старые подписчики, наверное, помнят. О, мы не одни тут с двойней. Там я вижу еще одна коляска с двойней. Что они делают? Фотографируются. Ну, море, конечно, сказочное. Уже все, началась та пора, когда в Измире очень красивое море. Сейчас я сюда залезу, если это возможно. Дорожка, видите, дорожка. Вода, конечно. В этом году, как никогда, я жду лето. Знаете почему? Жду лето, дачу, море, чтобы детей туда отвезти. Никогда я не ждала это лето, как сейчас.
Я же говорю, рассказываю, что в этом году я жду лето как никогда в своей жизни, чтобы детей отвезти на дачу на море. А так я на дачу ездить-то не любила. Но ради детей, на что только не согласишься. Тут ко мне пристают сзади. Да, вот, вот сейчас я вам покажу, вот тут руки чьи-то обхватили меня. Ну, небо вообще сказочное. Сейчас наш папа нас потеряет, наверное, если он нигде не остановился. Хотя нет, что тут потеряться. А, вон он стоит, я вижу. Ночью тоже красиво по-своему здесь. А вчера вот когда я смотрела. Да? Серьезно? Днем... Вчера вечером Зуля здесь гуляла одна, представляете? У меня вся родня спрашивала, как Зулечка сюда добралась? Я сказала, не знаму я, не знаму. Ты же знаешь, язык до Киева доведет. Они думают, раз иностранки, ничего не знают, ничего не умеют. Но не тут-то было, не тут-то было. Зюльчик, Зюльчик, Зюльчик. Местные, знаете, меня всегда вот не то что удивляют, восхищают местные такие статные кошки. Даже уличные, они, знаете, такие вот прям горделивые, что ли. Посмотрите на нее, уличная кошка. Мяу, мяу. Мяу. Че? И что там увидела? Прикольно, да. Жду подарочек. 14 февраля. Все ручная. Это сюда. Ну это все пылесборники. Я увезу Махачкалу, Махачкалу. Ты Махачкалу собралась? Нет. А вы меня не отпускаете, девушка? Нет. Почему? Мы же тебя в рабство взяли. Серьезно? Да, документы тебя отобрали, как раз паспорта у тебя нет. Да, нет. Соня, фото заставили. Как я люблю турецкую музыку. Да-да, мы отобрали у нее паспорт. Да, и заставили фоткаться не на понятном фоне, непонятно как, непонятно. Значит, даже сережки заставили снять. Ой, бедная и я несчастная. Я даже поняла, что мне говорят. Кстати, да, она уже, можно сказать, понимает, когда, ну, общую суть разговора может понять, когда с ней разговаривают. Так что возле нее уже не посплетничаешь. Да. Не сплетничаешь. Как красота в Инстаграм. Люди, все, кто спрашивал, для чего я снимаю, для кого я снимаю. У меня нет канала YouTube. Я снимаю для Инстаграма. Давай твою страницу покажу я. Давай. Где ты там? Вот моя страничка. Подожди. Вот. Алиева Зу. Историю обо мне, наверное, не будем рассказывать? Там расскажут под комментариями все. Да. Море, какой цвет красивый, да, слушай. Я музыку включать, иди. Со своей музыкой, слушай. А что, наш папа ушел с детками. Сегодня детки спокойны. Машала, машала. Уже, знаете, с каждым разом, когда выходишь с ними гулять, они все больше и больше привыкают, мне кажется, и уже меньше плачут. Меньше капризничаю. Так, с летом здесь продается жареная кукуруза целиком. Не чищенная кукуруза, а целиком початок. Я очень его люблю. Это прям... Я даже помню, мне как-то в какой-то город мы ездили. Айвалык, по-моему, мы ездили отдыхать одним летом. И там после карусели мне стало плохо, тошнило. Но как бы мне не было плохо и тошнило, эту кукурузу я съела, и мне стало лучше, не поверите. Травкой пахнет. Ночью, конечно, здесь все светится, все прям так. Велосипеды все это на прокат.
Каштаны жарят. Ой. Мы обычно, когда сюда приезжаем, вот там сидим, чаевничаем. Папка наш, папка. Всю неделю мы с детьми, на выходных папка. Хотя нет, так тоже нечестно говорить, он вечерами нянчится. Что он там делает? Солнце, витамин D3 он им дает. По утрам обычно, когда мы просыпаемся, если есть за окно солнце, он открывает занавески, кладет их на солнышко. Иди на шиму кое-то. Пойдем, пойдем. Ну как мы спим? Синуля что-то сосет там во рту, во сне. Ням-ням-ням-ням-ням. Это тоже Хандахох ручки подняла. Шарики. Баллоны с сыром. Смотрите, как... Ты так шамбурда, это какая бумаза, не ракетная. Ну, блин, просто красота. Я. Ты ховалась много раз. Ага, вижу я его. Позвонила заловка. Оказывается, пришла дочь мужа. Оказывается, она вчера говорила, что придет. Муж забыл меня предупредить. Вот так вот получилось. Некрасиво получилось. Ну ничего, она побудет с тетей, с бабушкой. И мы потом вечером встретимся. Чай, вот чай у моря. Я хочу вату. Блин, я сразу вспоминаю Кисловодский. Когда на мои штаны разлетелась, я помню. Я помню, как ты говорила, когда это чистит. Ну да, столько не чистил, и больше становилось. Собачка делает свое дело. Да, море можно снимать бесконечно.